никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли. Совсем, как бы сказать, попроще, по-народному. Оборзели совсем. Видели, когда в Канаде весь парламент встал и аплодировал старому нацисту, солдату СС, который на Украине же расправлялся с мирными гражданами, потому что немцы использовали прежде всего националистов. Он просто солдат СС. И действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. А это же все знают, и президент Украины это знает. Тем не менее, встали все, весь парламент встал, ему аплодировал. Это разве не проявление нацизма? Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там происходит, когда людей было уничтожать на улицах. Ну, это прямо на весь мир показали. Мало того, что они еще придурки, так они еще и неонацисты. Это очевидный факт.